равная игра была, в принципе. У них были моменты, у нас были моменты. Но опять ошибка вратарями при выходе. 1-0, потом преимущество наше, забиваем гол. Второй тайм, конечно, где-то и моя вина, по заменам ошибся, думал, что они усилят игру, вроде и ребята постарше такие выходили на замену, они наоборот ослабили.